Ну что ж, доброго времени суток, дамы и господа, с нами сегодня снова Deep Rock Galactic. Мы продолжаем с горем пополам. Что-то, блин, последнюю неделю очень, скажем так, сложно удается запустить стрим, блин, он то транслируется то на миксер, только на миксер, то только на YouTube. Меня это не очень устраивает, я как бы на обе площадки сразу стримлю. Вон, даже сегодня где-то 15 минут ушло просто на то, чтобы, блин, запуститься, хотя раньше это было нажатие одной клавиши. Ладно, хрен с ним. Так, ага, сегодня, значит, у нас по плану очередная попытка пройти элитное глубокое погружение, ну, по крайней мере, до второго этапа. Ну, в смысле, включая второй этап. Хотя сейчас в качестве разминки можно что-нибудь другое пробежать. Заодно, возможно, найдем машинный вент и заполним матричное ядро. Так, что-нибудь интересное есть? Угу. Вот это пойдем. Блин, а что-то опять поспешил, хотел посмотреть на вики, может быть там какие-то хитрости есть по борьбе с призрачным этим призрачным детонатором. Не, мы первый этап как бы проходим, можно даже сказать то, что проходим без проблем, без падений, но, блин, хотелось бы еще проще его пробегать. Так, ага, дредноут, на билд, наверное, оставим. А, фиг ли нам. Так, вот единственное, что ударный топор, думаю, на что-нибудь другое поменять. То есть, да, он, возможно, наносит какой-то высокий урон, но, блин, на элитном глубоком погружении от него толку особо нету. У нас там, наоборот, большие кучи врагов прут. А дредноутов там он не разбирает, крушителей не разбирает. Он только против претарианцев, но, блин, с претарианцами у нас проблем особо нету. Вон, можно Грену с нейротоксином взять. Так, еда. О, увеличение продолжительности неуязвимости после подъема возьмем, потому что, блин, мы очень часто дохнем практически сразу. Так, и сразу поменяю. А, нет, смысла не отменять, окей. Just what this drone needs. Hell yeah. А, кстати, нужно глянуть, пофикс или нет. В смысле, у нас при установке какой-то кастомной раскраски аннулируется скин. Сама моделька. Это не есть хорошо. Так, ну у нас, правда, золотая лихорадка, блин, наверное, вместо элементальной этой нужно взять глубокие карманы.
Блин, когда там уже мартовское обновление выходит? Я уже хочу этот ребаланс оружия. Мне даже пофиг, если понерфить те пушки, которыми я пользуюсь. Как бы насрать вообще. Хотя на самом деле это плохо, то что обновление выходит в марте, потому что, блин, в марте также выходит обновление на World War Z и... Ушли от меня. И в Warframe ивент проходит. То есть я и там должен отметиться, и в обновление в ВВЗ посмотреть. То есть, блин, дело не проворот вообще. Просто прокапываем, мы туда сейчас не пойдем. Блин, наверху какой-то проход. Сюда пойдем сначала. Там этот сраный кит. А, ну да, скин не работает, нихера не починили. Блин, что-то они как-то долго такие простые баги чинят. Нахер пошли, нахер, блять, надо его вольнуть. Блять, чем босс, блядь? Он чё, ещё живой, блядь? Ладно, сейчас разберёмся. Разумеется.
Да как ты по мне попал, уйдет? Почему мне хп не дали? Да, одна тычка по тебе осталась, а ты все равно живой. Fighting bugs and moving dirt is the best way to make a living. Так, ладно, пойдем отсюда, хорош хер не страдать. Опа-на, дружок. Rocket! Неплохо, неплохо. О, ивент, супер. Супер. Причем довольно простой. Да блин. Я, короче, забыл то, что эти замораживающие грены вообще ни о чем. Ракеты имеют. А, но мне 3 не хватает даже на одну капсулу. Это плохо, капсулу нужно заказать. Die! Ну хотя давайте прогуляемся. Все равно же нас отвернемся. Карта не бесконечна. Блин, когда заходит речь о бесконечных картах, я все время вспоминаю, короче, свои первые годы игры Warframe. Как бы, для тех, кто не в курсе, в Warframe процедурно генерируемые карты, то есть там, допустим, одна и та же самая миссия зачистки на одной и той же планете, она не бывает два раза одного и того же вида. То есть карта все время разная. Из разных частей генерируется, ну и все в таком роде. Так вот, в те годы, в общем, по оптимизации особо не задумывались, и карты генерировались фактически бесконечно. То есть у тебя, да, была какая-то, условно говоря, линия движения, маршрут из начала карты в конец, в котором ты должен был пойти, но тебе ничто не запрещало от него отклониться, там, пройти в какой-нибудь другой проход. И ты мог идти по неправильному проходу, в принципе, бесконечно. Мы пытались как-то обнаружить конец карты, но нам так и не удалось. Мы минут 40, наверное, бежали в правильную сторону, и потом столько же назад, но
не смогли никак добраться. Это было вот занятно. Я на самом деле очень жалею, что это убрали. А, то есть, да, в целях оптимизации, не знаю, удобства, конечно, эта штука была проблемной, но сам факт очень забавен. Ну вот, за притряться дали 5 здоровья. Как это вообще воспринимать? Хрень какая-то. А, чё это они пугаются буров? Прикольно. Так, вообще мы искали нитру. Ну что-то как-то мы ее так и не нашли. А, вон вижу нитра. В двух местах сразу. Objective has been achieved. Bonus will be transferred to your accounts on mission completion. Help me with the minerals here. Да ты охерел, ты откуда взялся, придурок? Патронов нет, окей. Блин, я уже думал, на пистолете этом сраном патроны не кончится. Ну, по крайней мере, не так быстро. Бля, я думал, здесь две нитры, а здесь нитра и золото. Это с одной стороны плохо, а с другой и не очень. А, или мы здесь две нитры видели. Ну, не суть, главное, что нитра есть. Так, мне кажется, я там вижу какой-то проход.
Вон, вы же видите, тоже на карте кусочек земли. И он никуда не ведет, шикарно. Окей, зря потратили время. И топливо. Как теперь отсюда выбраться? Блин, медитативная игра на самом деле. То есть могло показаться то, что за все это время вот добывать киркой ресурсы могло как-то наскучить или уныло стать. Блин, на самом деле довольно интересно, я даже не понимаю, как они так сделали. Но долбить ресурсы киркой почему-то до сих пор интересно. Ну, интересно, возможно, сильное слово. Скажем так, не скучно. Так, значит, берем одно пополнение, активируем ивент, кидаем две грены и берем второе пополнение. Getting through the outer shell of this thing, but failed. We're sending in a nanite bomb dispenser for you. If those can't penetrate it, nothing will. Oops, далековато.
Так, я не понял, что это нам хп не установил. Очень мало хп регенит, очень мало. Nicely done, team. The core infuser is primed and ready. Кстати, я там увидел один, скажем так, неплохой разгонный модуль, который превращает нашу Субату 120 в полностью автоматический пистолет. И, блин, я его хочу прям вообще нереально. Потому что, да, он очень скорострельный, но, блин, вот это заклики меня, оно меня убивает просто. Ага, разведчик, бурильщик. Блин, в этот раз стрелка нету, да? Это не есть, хорошо. Ну, давайте на разведчика. На бурильщика там вообще просто какие-то копеечные. Че? Хотя, с другой стороны, компактный модуль, ладно, пойдет. Но могло быть лучше. Стоп, что я сказал? Компактный модуль? Я сказал, имел в виду безупречно, но в смысле он без минусов. То есть можно скрафтить на первое время, пока у нас нет доступа к каким-то более крутым модулям. Тем более, что пока у нас каких-то какой-то острой необходимости, потребности в деньгах нет. Оп, нифига себе, мы сносим. Почему токсин внизу? Я же в Нипер кинул его. Ну-ка, намажем, нет? Если честно, так себе дамажит. С4 по хп вообще урона не наносит практически. Блин, ну в этом плане, конечно, бурильщик какой-то нубский класс. В плане то, что ему не нужно выцеливать вот это брюшко, он просто может жарить его из огнемета и похер, он так сдохнет. Причем мы не получаем никакого бонуса от того, что будем огнеметом его брюшко жарить, по-моему. Нубство, чисто воды нубство. Блин, у нас что, стоит мод на усиленную раскопку? Нужно его убрать нахер. Sugar,
like that. О, луковичка. О, нитро. Молли, come here. Deposit time. Блин, так чувствую, сейчас патрон кончится. Ну, субаты его добьем, чего поделаешь. Так, единственное, что хочу посмотреть какую-нибудь получше площадку для сражения. Так, понятно, это кишка. Нет, спасибо, в кишке с ним сражаться такое себе. Так, а по нему вообще дамажит, нет? Огонь. Легкий напалм, блин. Блин, почти увернулся. Блин, мешается газ только мне, по-моему. Хочу авторежим для субаты. Ух ты, ёп, налево. Ты чё вы так ускорились-то, господа? Нехорошо. Так, ну грузового ящика здесь, скорее всего, не будет, так что погнали. Пещера довольно маленькая. Пофиг, за Молли пойдем. Здесь, в принципе, и так пройти можно. Ну, как-то вот так, наверное, ближе будет.
Drop pod departing in T-minus 5 minutes. Let's head for the drop pod. Блин, надо было легко. Ну, в смысле, добраться до как это. The mule has been successfully retrieved. Make it snappy, team. The drop pod won't hang around forever. Extraction commencing. Good work. Так, да, золото за вторичную цель дали больше, а вот опыта нет. Опыта за вторичную цель дают элит войсковый. Стоп, что? Я случайно не сказал опыта и опыта, я имел в виду денег. Денег дали за 30 элитов больше, а опыта меньше. Что-то, блин, я как-то путаться начал сегодня. Короче, не знаю, ну нахер эти гранаты с нейротоксином. Может быть, обычные просто грены возьмем? А чё, они броню разрушают, и жуков пугают, урон наносят. Чё бы нет? Нужно ли нам это? Я вот думаю. Или лучше дальше кидать? Учитывая то, что у нас второй этап это сбора кварка, то, наверное, блин, броски все-таки немного важнее, чем скорость передвижения. Хотя... оставим. Блин, рывок нечем заменить, если только мы железной волей. Плюс одна жизнь у нас будет. Да нет, рывок полезная штука. Вот это можно было бы поменять, если бы мы не пользовались брюшкой.
А какого хрена? Давайте. Это же плюс одна жизнь. Учитывая то, что, как правило, жизни нам и не хватает, чтобы пройти до конца миссию, то будем выжимать все, что можем. Так, лучше испуг. Максимальный урон. Угу. Фугас. Бронекостюм, окей. Так, я бы на самом деле даже область поставил. Чтобы хилиться убийством нескольких жуков быстренько при помощи даркирки. Да, я понимаю то, что мы не сможем убивать на всяких крушителей и прочее говно. Выстрел мне, удар мне вернее, по брюшку, но, блин, что поделаешь. Зато сможем хилиться. Или не сможем. Да нет, проще, наверное, бурами это делать. Так, ну, блин, здесь все понятно. Буры, урон высокий, охлаждение при убийстве. Пивас темный маркит. Это, блин, не очень удачный пивас. Можно было, конечно, сейчас какие-нибудь простенькие задания пополнять, чтобы нам удачное пиво выпало и... Ну, давайте так и сделаем. Ну, опять золотая лихорадка. Заодно грена затестим. Повезло. Блин, не зря пошли на миссию. Donkey, come here! Yeah.
Умер! Да, блин, там еще один кит. Go fetch. Хорош, не трудно бывать. Пошароплим это дерьмо дамажит не очень. Будем иметь в виду, что лучше его не использовать для этой цели. Ага, мы вернулись сюда, откуда пришли. Окей, окей. Сразимся. Что это было? Почему мне задело? Ауч, 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 ауч. Блин, я бы эту субботу поменял на что-то более дамажное и менее скорострельное, если честно. Ну, я не имею в виду прям револьвер там или что-нибудь такое, но... Черт, я даже не знаю. Просто не нравится мне эта суббота. Я помню, что я поначалу говорил, что наоборот, это...
скажем так, неплохое оружие среди, по сравнению с остальными, но на проверку оказалось, что у него слишком мало уникальности. И уникальности не в смысле то, что какая-то необычная механика требуется, а в смысле то, что юзабилити любое. Сложно найти ему применение какой-то области, где оно будет себя показывать. То есть с обычными врагами оно разбирается хреново, с толстыми разбирается хреново, кого-то издалека выцеливать им убивать неудобно. Да, первый выстрел довольно точный, но урон какого не наносит. Со спины нечестно, тварь. Почему ты не полезла там же, где все? Отпусти меня. Почему? Я же отхилился при помощи этого. Почему я упал? Я, блядь, отхилился. Почему эта срань не сдохла, блин? Ее что, буры вообще не берут? То есть я ее бурил, блин, секунд 10, серьезно. И вот все время, что встал после этой железной воли, я бурил это говно. И оно ни хрена не упало. Ну, не умерло, в смысле. Зато я упал, даже учитывая то, что отхилился от нескольких жуков. Бред! Ну бред же! Блять, как? Блин, не знаю, по-моему, подрыв этой нейротоксичной смеси больше урона наносит, чем эти грены. Да и было бы куда лучше, если бы они были клейки, как у стрелка. А то, блин, непонятно, куда они там отскочат после попадания. This is a friggin' hell. Sending in the drop pod, starting the counter. This is it, team, do us proud.
Beat your vanguard, Craig! Dropbot has arrived. Retrieving the mule. Follow Molly! Dropbot departing in T-minus 5 minutes. We better hurry! Короче, зря я копался. Молли все равно раньше прошла. Так, ладно, хорош. Кота за яйца, погнали. Мы как бы здесь не за этим. Навоеваться еще успеем. Еще прям так навоюемся, блин, аж мало не покажется. Блин, хочу как-нибудь найти этот кубик, короче, в миссии с модификатором на двойной опыт. Это будет прям вообще круто. Такс. Окей. Пойдет. Attention miners, your deep dive is ready to go. Тьфу ты. О, больше боеприпасов, быстрее перезарядка. Неплохо, неплохо. Ну, наверное, нейротоксин возьмем. У него радиус повыше, он дольше действует, замедляет к тому же. Ну, блин, да, урон у него копеечный, но, блин, что поделаешь.
плюс одна жизнь. Блин, плохо то, что он претарианцев не морозит. А, вернем электропатроны. Backbreaker Scout. У нас еще перк на скорость переноски, мы, блин, вообще прям должны бегать с этим сраным акварком. Ну чё, с богом? Чё еще могу Шевели поршнями. Почему нет модуля, который ускоряет передвижение Молли? Блин, чуть не застрял, а? Тварь, ты чё ускоряешься? Совсем охренел, что ли? Куда мы все флееры уже всрали, понятно?
kind of heavy down here today. Молли, опоздала! Опоздала, дура. Слишком медленно. Так, а куда эта штука ведет? Понятно, куда-то она ведет. Не успела, не успела. Как мне теперь вернуться? Есть вариант только пробежать как-то. Что-то, блин, у меня сомнения есть. А, нормально. С ускорением прокатило. Рано взорвал. Thank you.
Пойдем сюда. I need the mule right here, right now. Блин, патроны придется заказывать, но с другой стороны у нас нитры почти на две капсулы хватает, так что может быть. Хотя попробуем обойтись, короче, тем, что есть. Maybe we're not gonna die after all. Так, окей, марки больше не копаем, а вот нитро нужно. Очень-очень мало патронов. Короче, понятно, отсюда туда не попасть. Окей. Так, нитро это хорошо. Отсутствие моли это плохо, просто звездец как плохо. Моли! Не, походу придется заказать, короче, капсулу, потому что нам все равно придется пополняться либо здесь, либо там. Ну, в смысле, на следующей карте. Resupply ordered. Stand back. Supply pod inbound. Так, один берем сейчас, один после победы над Дредноутом, и два, когда капсула уже придет.
beard! Can we order some blood drop, like, really soon? Choke on this! А, блин, он не пошел сюда. Сюда, сюда иди. Не попали. Вы так сильно траванули, на то спасибо. Блин, как же супер иметь почти полный резист к огню. Нам вообще похер на эти лавовые поля, смотрите, мы по ним скачем, нам щит даже не отнимается почти. Просто супер. Вот об этом я говорил. Почему Молли до сих пор ко мне не дошла, а? Ты меня кинуть решила, старуха? Так, ага. Все. Drop pod has arrived. The mule has been called back. Follow the mule. Drop pod departing in T-minus 5 minutes. Time to leave. Head for the drop pod. Да, гасим мелочевку бурами, потому что буры не жалко. Слезли, но пойдет. Чисто, вообще чисто прошли, ни единого падения, мы даже хп там потеряли один раз, когда, по-моему, нарвались на подрывника, или мы не нарвались, или мы не теряли хп. Ха. Блин, что-то уже запутался, ну ладно, хер. Короче, неплохо прошли.
Блин, ну оно и логично, если задротить, блин, столько раз одну миссию, то, блин, начинаешь их как-то лучше осваивать. Так, сейчас минутку и продолжим. Блин, подрывник, конечно, в этом биоме просто царь и бог вообще. В плане, это же какой у него резист такой лет и лютый бешеный, то что можно вообще игнорить все эти вулканы и прочее говнище. И немного расстраивает то, что остальных персонажей нету. То есть, да, возможно, там сопротивляемость инженера еще в этом биоме с зарослями она как-то играет роль, потому что там куча цветов, которые выделяют токсин. Но вот, например, резист стрелка вообще негде применить. То есть, если кто не помнит, у него резист к взрыву. И как бы, чё за херня? К собственной взрывчатке только? Чё за бред? Где мы можем найти взрывы? Хрень как. Ну, если только... Попадания какие-то вражеские не считаются взрывами. То есть, я так понимаю, вот этот фаербол, который дредноут выплёвывает, он... взрывного урона носит, но, блин, только ради него. Какой-то такой себе, если честно. Хорошо разгогольствовать. Поехали. Так, у нас 4,5 жизни. Блин, должны просто вытащить. То есть, хорошая-то какая уже там? Третья попытка? Четвертая? А, нет, больше. Мы, по-моему, первый раз пробовали разведчиком, не смогли затащить оборону. Потом пробовали стрелком, мы не смогли запрыгнуть к капсуле в финале. А потом пробовали один раз бричиком, и нас прибило сталактитом, блять. Я как вспоминаю, это вообще бред просто. Мы сдохли, провалили элитное погружение из-за того, что нас прибило сталактитом. Причем, по-моему, в этом биоме вообще сталактитом не должно быть, что за хрень. Second stage of the deep dive begins. You still have a long way to go, but finish your objectives, and it'll send you deeper into the heart of Hoxie's. Почему я замедлен? Почему я замедлен, блин? Ну ладно, ничего страшного. Нас, ну как обычно, нас с самого начала начинают рисовать. Так, понятно, копает он с никакой скоростью.
Что это было? Что это было? Тварь, как ты так подгадал? Подгадал, а? Мразь такая. Так, ресуплай нам пока не нужен. Просадили все патроны. Но они просадили ХП, это хорошо. Да, топлива для огнемета у нас сейчас мало, но надеюсь протянем на гранатах и бурах. Come here. Help me with the minerals here. Black box found and ready. Defend it while we retrieve its mission data. Do not leave the triangulation zone, or we will lose the connection.
Halfway there, team. 50%. Блин, все, легли. Ну, блин, конечно. Охеренно. Супер. Просто супер. Охеренно, блин, топчик. Просто отлично, потрясающе. Четыре жизни, насрать, нету четырех жизней, все, плевать, провалена миссия, мы приехали. Просто потрясающе, огонь, блять, охуенно. Пошел нахуй со своей зоны триангуляции. Все, мы всрали, блядь, всю миссию. А, вся наша подготовка, она, блядь, похуй. Просто похуй, блядь. Ебучий рандом решил то, что, блядь, нам нельзя проходить эту миссию. Просто вот так взял и решил, блядь, все. Нет, 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 нет. О, волна еще. Здорово. Еще и кирка не работает. Ну, блять, конечно, она не работает. Почему я, блять, сомневался, а? Почему я сомневался? А, надо же. Как ты, блядь, такой снайпер, а? О, еще и стрелок. Огонь, огонь. Конечно, нам вулкан перекрывает линию обзора, чтобы мы не могли сбить этого кислотоплюя. Потому что если мы собьем кислотоплю, это будет слишком легко. И
И, конечно же, когда я решил пойти подлечиться от кристалла, у нас началось землетрясение. Ибо если бы землетрясение не началось в этот момент, это было бы слишком легко. И, разумеется, когда мы сейчас добьем эту волну почти до конца, у нас пойдет следующая. Потому что если следующая волна не пойдет, это будет слишком легко. И, разумеется, Боско не будет снимать кислотоплю, и он будет заниматься всякой херней. Он просто полетает туда-сюда, я не знаю. О, надо же. Мы вроде как восстановились. Правда, теперь у нас невыполнимая задача по обороне этой сраной антенны, которая свалилась в лавовую расщелину. Нам еще повезло то, что мы за бурильщика играем, и лава наносит не очень много урона, но, блять, это все равно невозможно. Просто, блять, стоять там 5 минут и получать урон, еще и жуки будут переть. Мы не сможем их отстреливать, потому что они будут, блин, буквально за поворотом спавниться. Потрясающе. Потрясающе. Можно мне, пожалуйста, перерывы, блять? Я же не копаю акварки, я вообще ни хрена не делаю. Забыл про кислотоплюев. Сами на вас. Кстати, меня радует то, что хранитель не вступает в бой, какой-то херню это занимается на крыше. Как же бог рандома меня любит просто вообще. То сталактит, блять, то расщелина прямо под объектом обороны, блять. Просто, блять, сделайте нормально, чтобы, блин, было адекватно, просто адекватно. Не надо мне этих, блять, сюрпризов, которые резко осложняют 500%, блять, на 500% прохождения. Глубокое погружение, 5.5 сложность, похуй вообще, блять, с первого раза все пройду, блять, если не будете этой хуйней страдать. Hold your breath, lad.
spider's boots. Только не плюй в спину! Не плюй в спину! Волны бесконечно спавнятся. Здорово. Дайте мне, пожалуйста, блин, 5 минут. 5 сраных минут. Странное глубокое погружение, полтора часа идет, дайте мне 5 минут передышки, блядь. Если за этих полтора часов, чтобы я, блин, как-то оценил возможность обороны этой антенны. Где она вообще? Ага, опять землетрясение, супер. Можно, блядь, сюда подойти, чтобы не было землетрясений? Хотя кого я спрашиваю, блядь, конечно нельзя, конечно нельзя. Пиздец. Просто пиздец, и как это оборонять, блядь? Я даже на кран могу. Сука, блядь! Да раз, блядь. Вот ничто не выбесило, как этот кислотный плющ. Хуй, он вообще меня пальнул. Упади, упади вниз, пожалуйста. Да, упади вниз, спасибо огромное. Я так хотел, чтобы она вниз упала. Прям, блядь, мечтал об этом. Я еще сам спуститься вниз не могу. Отлично. Блин, когда уже эти ёбки кончатся на самом деле? Меня бесить начинает. Кончитесь, блядь! На вас-то похер, когда, блядь, эти паутиноплюйки, слотоплюй кончатся. Хватит! Хватит, хватит, все, хватит. Хватит, хватит, блядь. Дайте мне раскопать эту ебучую антенну. Вам самим не надоело еще, блядь? Ёпта, как ты меня догоняешь, блядь? Блять, сука, сраный боска, блять, я хотел откилиться, добить его последним ударом, и ты, блять, добиваешь его за меня. Молодец. Ага, рой, отлично. Как будто, блять, до этого роя не было, как будто, блять, не перли бесконечно, просто жуки, блять, не давая даже патронов взять. Конечно, ты спрячешься, блядь. Откуда урон проходит, блядь? Откуда, блядь, проходит урон? Ну, нихера там золото упадут.
keep your death out of explosives. Блин, зачем я беру огнемет между патронов? И, конечно же, землетрясение. Даже без него. Где сообщение о том, что Рой идет, бля? А, ну. Просто бесконечный волн. Просто потому, что без бесконечных волн было бы слишком скучно. Это же, блин, всего лишь пятая сложность, там пятая с половиной, я не помню. Она слишком легкая без элемента рандома. Ну, причем такого рандома, знаете, который руинит полуторачасовую миссию просто вот. На раз-два. Ага, я в жопу чуял то, что вы мне сейчас, блядь, со спины подкрадете. Осадите, нет? Хотите осадить? Как насчет осадить, нет? Осадить, нет? Как думаете? Может быть, пора осадить? А, нет, не пора, пора землетрясение и рой. Как я и сказал. А, еще, кстати, не хватает детонатора, прям вот, блять, вообще не хватает. О, Рой, да. Рой и детонатор, пожалуйста. Я очень хочу Рой детонатор. И чтобы еще, блять, куча кислотоплюй, просто вообще все стены кислотоплюями были оплеваны. О, да, вот это вот тоже очень неплохо. А, еще и патроны кончились. Да, вот, идеально. Супер. Вот, как я хотел, спасибо огромное. Еще и без патронов, прям, блин, не знаю, лучше я бы сам не купил. Ой, еще эта штука прям целую очередь меня высадила в упор, прям, потрясающе, я еще и вернуться не могу. Ах, как хорошо, прям вот, идеально. Я не могу патроны взять, потому что здесь эти подрывники сраные. Отлично, потрясающе. Спасибо, как я и хотел. Как заказывал. А, турельки кончились. Блин, огонь вообще. А, молодец, молодец, молодец. Отлично, супер. Какой ты меткий, блядь, прыжки в меня попадаешь. Всегда вот так. И мы не попадаем тяжелым ударом ни по кому, простирая его. Блин, супер, супер. Да, так и запланировано. Я не хотел ни по кому попасть. Мне не нужен отхил, мне вообще нихуя не нужно. Врагов убивать тоже не нужно. Мне просто, блядь, кайфую от того, что я здесь прыгаю и пытаюсь не сдохнуть.
И как бы насрать то, что нам нужно задание выполнять, вообще поебать. Поебать то, что у нас нитро кончилось, патроны тоже. Как бы, это вообще, блин, вторично все. Патроны для слабаков. Мы, блин, будем элитное погружение тащить вот чисто киркой. Там еще крушителя, по-моему, видел, да? Да? Крушитель? Крушитель. Огонь. Блин, я надеюсь, короче, эта волна не кончится, а пока мы будем ее добивать, уже следующий. Это вот было бы прям идеально. Конечно, мы уперлись в стенку. О, кислота плюю, вижу. Вы маст начали. А ну давайте, блин, попадайте. Какого хера я с полным хп бегаю, блин? Я должен без хп бегать. Это же, блядь, такой простой режим. Блин, какого хера я вообще ворчу? Я, блядь, полез в соло нахер на режим максимальной сложности. Еще, блядь, чему-то удивляюсь. Но меня, блин, напрягает то, что они не могут меня убить, блин. Но я при этом не могу выполнить задание. Я же говорил, мы не добьем эту волну, пойдет следующая. Это же логично, блядь. Это же логично. У нас же, блядь, полное хп, полные патроны, блядь. Мы тут просто хуйней страдаем, ничем не занимаемся. Нам, блядь, нужна волна. Нам нужна волна. Теперь в перерывах между сражениями еще и нитру нужно копать на патроны. Да, у нас там стоит капсула. Вот отправил первое оповещение, но я его удалил, потому что, блин, я не мог запустить одновременно на YouTube и на миксере. Запустилось только на миксере, поэтому я его удалил. А когда стрим запустился в нормальном режиме, бот просто повторное оповещение стал отправлять, видимо, посчитав то, что это спам. А я уже, да, блять, я, наверное, час эту миссию прохожу. Они не могут меня убить, но я не могу выполнить задание, потому что у меня объект обороны провалился в расщелину в лаве. То есть он, я пытаюсь вот прокопать, но, блин, я пытаюсь это сделать, перерыв между голом. Как-то так. Chemical.
То есть задание выполнить я не могу, потому что 99% времени пытаюсь не сдохнуть. Ну, а судя по звуку, волна кончилась, прикольно. Почему, блядь? Почему у меня буры остановились, а? Я пытаюсь кого-то бурить, а они не бурят. Почему? Патроны есть, перегрева нет. Почему? Хрень какая-то. Оп-оп-оп-оп-оп. А? Врёшь, не возьмешь? Не возьмешь, блядь. Мы, блин, не с тем связались, уроды. Ага, патронов нету. Супер, супер. Так, нафиг, 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 вылезай. Бля, КП посадили, а. Ну, будем помаленьку отхиливаться. О, еще, да, давайте мне еще жуков, блин, я же, блин, тут фигней страдаю, нужно меня как-то развлечь. Блин, не успел взять. Ха-ха! Как съели, бля! Твари! Блин, на этот стрим можно будет в рамку вставлять. Вот пиздец, я вытаскиваю, как не знаю кто. Ну, я, правда, все равно завалю эту миссию, потому что ее пройти невозможно. В таких условиях, мне спасибо. Если бы у нас не 3, там было на 20 капсул снабжения, я, возможно, хоть как-нибудь, не знаю, протащил бы, но в таких условиях, увы, обидно. Оп, не успел, урод, не успел. Чё, хотел плюнуть меня, говнюк? Давай, блядь, плюй, сука, я сам тебе плюну. Кишка, блядь, тонка, меня убить, уёбки. Так, ладно, пойдем попробуем эту капсулу оборонять. Фиг ли еще делать? Как бы хорош уже нон-стопом сражаться с волнами. О, как хорошо, сколько паутина плюет, да? Как хорошо, блядь. Почему опять волна пошла? А, это не волна, а сейчас только волна. Окей. Действительно, игра, наверное, думает, что мне слишком легко. Ох ты, как хорошо, ты, блин, я еще и не могу бегать, потому что землетрясение началось. Потрясающе. Потрясающе. О, там еще кто-то большой прется. Давай, иди сюда. Иди сюда, малыш.
Блин, как насчет после этой волны оставить меня в покое, а? Как думаете? Может быть, пора уже? Я просто, блядь, час просто, не знаю, пробел по КД жму. Я не могу отпустить клавишу движения, потому что я сразу сдох. Час! Час! Алло, блядь! Час, волна прет бесконечно. Хватит, может быть, уже. То есть, блин, имейте совесть. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Нет-нет-нет-нет-нет-нет, все нормально. О, кислотоплюй, давайте, малыши, я вас обожаю. Кислотоплюй там вижу. И он вне зоны нашей досягаемости. И как раз когда мне в спину зашли жуки, началось землетрясение. Блин, я не верю, что это совпадение, серьезно. Мне эти совпадения уже час подряд, серьезно. Час подряд. Когда вот не надо, что-то начинается. Когда меня окружают жуки, начинается землетрясение, блядь. Когда мне нужно оборонять объект обороны, а подо мной образуется расщелина, и я падаю туда. Отлично. Ох ты, сколько вас! Ох ты! Сейчас у меня боеприпасы кончатся. Там заряды-то еще остались, нет? И, разумеется, мы не попадаем мощным ударом. И, разумеется, мы не можем бежать по какой-то сраной причине, блин, понятной одной только игре. Я же хотел ударить мощным ударом в землю. Зачем мне бить в жука и отхиливаться? Херня какая-то. Нужно в землю бить. В землю это самое то. Блин, думаете, я вам сдамся? Хрен там было. Сука, у меня кончатся патроны, я вас киркой буду херачить, я вам отвечаю. А-а-а, капсулу еще и в расщелину про... Блин, разумеется, так и должно быть, так и должно быть. И, ага, последняя ячейка, короче, в земле. Огонь. Блин, я так и хотел, вот, блин, серьезно, я заявку оставлял перед началом игры, чтобы у меня, блин, все падало в расщелину. Капсулы, блин, объекты обороны, чтобы все в расщелину падало. Девять нетры, блять. Пойдем попробуем достать. Потому что, блин, нетры нету больше. О! Я слышу, жуки заспавнились. Да? Да? Ох ты, сколько Путина плюев, а? Ой, еще детонатор! Отлично, потрясно, супер, супер! Спасибо большое, я хотел детонатор. Я просил детонатор минут 40 назад. Просто, блин, я не знаю, как без детонатора эту миссию пройти. Её, блин, невозможно, мне нужен детонатор. Подожди.
учитывая, как я здесь превознемогаю, блин, я не знаю. Не, на самом деле прикольно. То есть максимально сложность, какую только игра может предоставить, она мне сейчас предоставляет. Просто, блядь, чего-то сложнее невозможно придумать, вот, серьезно. Здесь и просто сложность максимальная, 5,5. Здесь и рандом со мной играет очень хорошую шутку, и проблема снабжения. Еще и волны бесконечно прут. И при этом всякие кислотоплю и прочие ублюдки, которые очень сильно мешаются, они тут как тут. То есть, был бы круче, наверное, если бы только пиявки еще спавнились в потолке, вот, по КД, то отлично было. Ну, а пока что это самый крутяк вообще. На, токсинчика понюхай. Оп-оп-оп-оп, конечно, блять, меня... Ну, помните, да, о чем я говорил, то, что землетрясения начинаются, когда меня окружают враги? И только когда меня окружают враги. Землетрясение не может начаться, когда вокруг меня никого нету, или я просто ну, где-нибудь... Нет. Ух ты, у меня еще хп просил, надо же. О! Да, супер! Я хотел попасть в стену, да, я в стену хотел, а не в жука, которым я кусал. Это так запланировано. А, последние две жизни, блять. Патронов нету, ничего нету, детонатор. О, меня еще и паутины оплевали, супер! Хорошо, то что меня рвок перезарядился. Че, нормально? Понравилось, блядь? Спинку вам почесал? Эй, иди, блядь, как ты не щит сейчас, тварь, а? Не окружать меня, атакуйте с одной стороны. Почему буры не работают, блядь? Можете мне объяснить? Почему я жму ЛКМ, у меня не работают буры, блядь? Топливо есть, перегрева нет, блядь. Почему они не работают? Почему мне это стоит полной жизни? О, мы еще и щит не можем остановить. Супер! Не понял? Ха-ха! Боска добил детонатор, ни хрена себе! Боска, блин, ты совсем охренел, что ли? Я думаю, чем ты там занимаешься, блин? Сколько ему минут 20 на это понадобилось? Охренеть! Ну он дает, конечно. Ну да, смотри. Так, проведем сводку. Огнемет? Нет. Два магазина в пистолете. 17 литров бубура, 0 взрывпакетов, 0 грен. И нас застопорил потрошитель. Да, так должно быть. Ну, это финал, дамы и господа. Хотел сдать нитру, нет, не успею. Не насрать, я знаю, что мы проиграли, я знаю, что это финал, я знаю, что мы никогда не вытащим эту миссию, блин, ни в жизни вообще.
Даже если разработчики нам сейчас начетерят бесконечных патронов, блин. Но, бля, я не сдался, мне насрать. Я сдохну в бою, блядь. Зубами последнего жука буду грызть. Все, буров нету. Ничего нету. Ничего. Не 3-9. Ну окей, 33 не 3, но, блин. Я не знаю, что я могу сделать в такой ситуации. Тащи босса, убивай их все. Я их только заряженными атаками могу усиленно меня убить, поэтому... Может даже не пытаться обычными ударами кирки одолеть. Ну давайте попробуем нитры накопать, что я могу сказать. О, еще заспавнились. Да, так и нужно. Я так и хотел. А, вон еще нитра. Ну-ка, давай нитра. А, блин. Ага, спаслись, нормально. Так, нужно щит отрегенить. Можно не по потолку? Так, отрегенили, пойдем дальше копать нитру. Как бы, а что там еще остается? Во, да, они прям здесь за спиной спавнятся, отлично. Мне же слишком легко было до этого. Мне было слишком легко. Сделайте посложнее, пожалуйста. Я... О, спасибо. Спасибо. Да. Я просил. Мне дали. Окей. Спасибо. Можно, кстати, внизу где-нибудь нитру посмотреть. И, разумеется, рывок не сработал с первого раза, мне пришлось 4 раза нажимать shift. Но почему-то нас не зацепил взрывник, это довольно странно, потому что игра не на моей стороне. Взрывники нас цепляют, даже когда мы в 20 метров каких-то. А, мы почти накопали, 11 нитры осталось. О, 0-3, почти. О, господи, как же я превознемогаю, просто вообще жопа. Так, я думаю, нужно вниз бегать. Я не знаю, как
Ага, ага, окей, да, я вас понял, спасибо. Вот здесь спускались, да? О, нитра. Бежим. Я не знаю, где я. Я не знаю, как отсюда выбраться. Я хотел ударить сталактит. Зачем мне бить Мутина Флю? Это глупо. Как бы без них неинтересно. Ага, я тут тупичок. Тупичок. Я вас понял. Да ладно! Мы накопили нитро на патрон. Блять. Пипец. У нас, кстати, больше подъемов нет. Если я сейчас падаю, то ну, это все. Ага, землетрясение. Ага. Ну, миссию мы по-любому не пройдем, я не знаю, зачем я продолжаю страдать. А, просто по одной простой причине, то что, во-первых, накопилось дохренище этих, нам всех надо убивать для того, чтобы защитить объект обороны. Защитить его как-то, не убивая этих жуков, блин, по-моему, невозможно. О, патроны! Живем! Живем. Какое-то время, но живем. Ага. Ну, блин. Разумеется. Я даже не удивляюсь. Кто меня кусает, а? Кто меня кусает? Я тоже хочу уметь кусать сквозь стены. Я, блин, вообще сплю и вижу. Я мечтаю о такой способности. Так, а я вот что думаю, у нас босс какой-то херней занят, может быть он пока кварт накопает? Так, знаете, мало ли. Все равно он меня поднять не сможет, как бы. Жуков он не убивает почти. Ну там убивает кого-то. Ну хотя ладно, пускай убивает.
О, мы волны почти стреляем. Нормально вам? Ты что тут забыл, придурок? Успею. Нормально. Щит потеряли, но, блин, ладно, окей. Кто-то потом будет говорить то, что бурильщик не тащит на пятой сложности. Бурильщик имба, ёпта. Разведчик какой-то. Хуйня все, блядь. Бурильщик вон. Причем это не за разряда теория, вы, блядь, просто мой стрим потом тапите. Посмотрите, это пиздец. Я, блядь, сомневаюсь, что хоть какой-то другой перс мог, блядь, выжить в таких условиях. Нормально, тепло? Тепло, я знаю. О, подо мной прям, да. Так и должно быть. Ну, я не знаю, сколько там уже. Часа полтора мы возимся. Сегодня. Может быть, уже перерыв стоит сделать в волнах, а? Как там? Можно мне перерыв? Блин, а пейзаж, что все уютнее и уютнее становится. Здесь вообще скоро ходить негде будет. Спасибо. Ну, да, можно еще мне розе спавнить. Это... О! Ха-ха! Валилось, вы видели? Блин, да, валилось. Чуть тупой вопрос. Но по-другому не могло случиться, вот, серьезно. По-другому никак, вот. Никак. Капсулы должны быть на дне раскаленной славы. Вот, они там должны быть. То есть, игра не предусматривает никаких других вариантов. По-другому просто невозможно. А то не дай бог, я еще патроны пополню и не сдохну. Это же, блин, нет. Нельзя, нельзя так. Нельзя не дохнуть.